Начинаем выпуск с информации о происшествии. Поехал на вызов, оказался на больничной койке. В Ярославле вновь произошла авария с участием такси. Есть пострадавшие, потерпевший 50-летний таксист. Сейчас он находится в Соловьевской больнице. В результате ДТП получил серьезные травмы позвоночника и множественные ушибы. Авария случилась минувшей ночью на пересечении Ленинградского проспекта и Промышленного шоссе. По предварительным данным, в машину с шашечками врезался автомобиль Kia. Жизни водителя такси и его пассажира спасли маленькая скорость и ремни безопасности. Как всегда, светофоры в это время уже не работают ночью, поэтому смотрели на знаки «Главная дорога», то есть это уже, если только местный не знал, как проскочить. И со стороны, со второстепенной, с промышленной выскакивает водитель. То есть я что смог, сделал, чтобы пассажир не пострадал. С этой же аварии был доставлен молодой человек, 25 лет. У пациента имеется ушиб груди и ушибленные раны головы. Выполнена первичная хирургическая обработка раны, он отпущен на амбулаторное лечение.